Что у нас сегодня по расписанию? Ай. Ой, божечки. Нурдом, пойди курицу загони. Все раскричались. Вот что у нас сегодня по расписанию. Вот эти вот шикарные косточки. Она осторожно тут прыгает. Сейчас их обжарим. Будет у нас такая украинская хашлама. Вот у нас хашлама по-фронтовому. Прифронтовому. Вот. Побег из курятника называется. Рычат. Скотный двор, птичий двор. Капец. Капец. Все это все обжаривается. Будет только вкуснее. Банда. Что же мягенькое. Можно остальное добавлять. Картошка. О, кабачок, перец. Все, что есть дома. Все, что на огороде выросло. Кроме ребрышек этих. Что еще тут? Что потухло? Баклажаны. Вот и сверху помидорчики. Петрушка. Да, зелень и чеснок потом, в последнюю очередь. Воды много не лью, пусть на пару проходит, там еще сок даст все овощи. Потом попробуем на соль и все остальное. Оператор буржуйки. Так, теперь чеснок. Чеснок и петрушку. Базилик, все, что есть. А если есть кинза... И чуть-чуть ацетона для запаха. Чуть-чуть. Ага. Раз сухой закон, да? Один профессор себе на ноги только ноги поставил. Он сейчас тут запахами всех поставил. Вот и все. Пусть доходит теперь от стенок. Стенки еще горячие. Уже не горит. Все, закрывай. Невероятная вкуснота. Ароматы. Кусочек позвоночника. Хребта. Вкуснотища. Пища богов.